очень миленькая картинка, открывается на конечно. Замечательности местные. 17 век, церковь. Никола, конечно. Сейчас же еще Николаев, и, судя по всему, Николаев где-то очень. Мы тоже Николаев. Святого Николая, и здесь святой Николай. Конфиратум какой-то. Это Богородица, Святого Георгия, острова, прогулочные катера за 5 евро. Ну, все остальное вот повторяю с ним. Морем пахнет. Все хорошо. Вот они. Красивые. Что здесь? Я тут живописненько так сижу. Но на самом деле случился казус. Мы с Мишей потерялись конкретно. Как получилось? Я увидела что-то желтенькое и пошла за этим желтеньким. Миша сказала, так все пошли, и я ж пошла. Ну я ж пошла и пришла. Сюда. Сижу. Вон там наша машинка. Вон она. Мужичок около нее кружит какой-то. Блин, я переживаю. Продолжаются эксперименты. Сейчас поедем сквозь первый раз. Миша говорит, что, скорее всего, можно будет проехать насквозь. Не знаю, даже он и поет. Туда надо главное повернуть. Монастырь Савина. Ну вот нам надо где-то паркануться. Вот сам монастырь. Миша, вон там парковка. Миш, там парканемся и пройдем пешком, видимо. Вряд ли туда машины заезжают. Хотя там какое-то кольцо есть. Там внутри. Федора Ушакова, понятно? Добро дошли. Храм Федора Ушакова. Территория монастыря. Ну, все чистенько, вон какой красивый. Храм какой-то, этот крестик интересный, крест очень сделан как-то. Нормально. Наша любитель, как я.
Ну, какое-то что-то я такого не видела. А может быть, сильно много даст листьев? Вот так вот, когда даст прирост такой сумасшедший. Интересно, но в воде. Можно заехать на территорию, тут не более 3 часов. Мы проехали чуть впереди, заезжали в Савино. Вот это могила. В 20-м году скончался генерал-майор Кальченко Николай Константинович. Доктор Иван Петрович Котляровский. Такая вот. Потерявшим родину вечный покой братской земле. Демидович, Алексей Демидович Антонов. Новый старый город. Я поднимаюсь на старый город там. Церковь. Вот. И Михаила выше, да? 17 век. В общем, на... Опа. Ага. Руки короткие. Там павшим героем на дрязьке. Музыкалка местная. Детки занимаются. Учительская школа. Очень. Музыка тут прям уместна. Кто это? Марка Вилли. О, опять голос. Ага. Войновича. Марк Войнович. Вот смотри, крепость Форт Маре. Открыта до 7 часов. Пойдем туда. Отворено до 7 часов вечера. Ага. Форт Маре. Добрый день. €2. Раз. €4. Два. 140 рублей. А вот за это надо платить деньги, между прочим. За просмотр бабки платят. Смотрите, какая вообще красота. А? Ну это ж просто. Ой, песня. Плавают. О, вот нам туда. Только нам получается опять. Нет, мы на плоти поедем, что-нибудь там рядышком. Ой, какая красота. Все? Пищу давать. Действительно, святой Михаил. Архангела Михаил.
это все-таки то был Котор. Интересно. Театр тоже присутствовал. Это мы последние вообще въехали на паром, просто последние вообще. Это, ну вот так бывает, мы в секунду, и вон люди теперь стоят. Засекаем время, сколько? Без двух минут. Пять. 4,50 евро, переправа. Экономия по времени и по расстоянию прилично, вот это все объехать. Часа полтора. Час точно. Мы будем выезжать последними. Последними заскочили и последними... Ну, это минут 7 будет в итоге. Не, ну, пока вообще вот очень все быстро. Крутится. Очень быстро. И там уже тот, кто едет сюда, следующий. То есть тут поток. Это очень быстро и очень... Получается, удобно. 5 паромов катаются. Это так.